Сейчас я вам покажу свой вейп в работе еще раз. Вот, тут уже все доделано, все уже готово к эксплуатации. Вот, работает он на 2 АКБ, 18650. Вот, два аккумулятора специализированные для этих вот всяких мехмодов, плат, в общем, высокотоковые АКБ. Вставляем, соблюдая последовательность. Напомню, они соединены в последовательном соединении и при полной зарядке на выходе будет 8 вольт. Вот. Загорается подсветка. Я сделал ее как индикатор работы. Вот. В общем, устанавливается крышка задняя. Вот. И прижимается резинкой. Вот. Резинка у меня вот такая вот, браслет. Вот. Потому что лучшего крепления крышки я пока что, ну, к сожалению, не придумал. И с резинкой, не знаю, вот она, мне кажется, смотрится тоже довольно-таки неплохо. Ну все, вот, в общем, он готов, уже можно парить. Вот, вот так вот это еще раз все выглядит. Вот, ультрафиолетик, все классно. Вот, многие предметы в нем люминесцируют, и это добавляет особую крутость. Ну что ж, не буду затягивать, пожалуй, приступим к тесту. Жидкостью я уже прокапал спирали, вот. Вот. Идет пар. Ну что ж, приступаем к тесту. Пара много. Я уже даже заранее окно открыл, чтобы он это выветривался. Вот столько вот много пар исходит от вот такого самодельного вейпа. Вот. Сейчас будет еще один тест этого вейпа, только в темноте. Вот такой вот офигенный цветной пар получается. А вот, подсветка выполнена ультрафиолетовыми светодиодами. Вот. Пара реально очень много, и даже в кадр это не влезает. Вот. Вот такой вот получился вейп.